воскресенье в Вишкар-Оле отметят День молодежи. С 13 часов на разных площадках города начнутся развлекательные, спортивные и социально значимые программы. Среди них новое поколение на площади Ленина, конкурсы и представления для детей в Парке Победы. На площади Никонова пройдут ярмарка вакансий, будет работать палатка здоровья и площадка по набору на военную службу по контракту. С 14 часов на бульваре Чавайна развернется «Малый Арбат» – презентации молодежных общественных организаций и движений, учебных заведений и клубов. На набережной пройдут праздничные квест-экскурсии, в Царево-Кокшайском Кремле средневековые бои и мастер-классы от клубов исторической реконструкции. В Парке Победы и на площадке возле Дворца и культуры имени Ленина запланированы состязания для любителей различных видов спорта. В 17:00 на площадке возле ДК Ленина начнется молодежный фестиваль.